давайте начнем таким образом, чтобы те, кто знают этого человека, они сразу догадаются. Рука в кадре, пупырками вверх. Всем привет. Вот такая вот штукенция у нас получается. Канал Санек23Рус. Обалденный вообще мужик. Голова работает в нужном направлении. Санек, привет тебе. Знаю, что смотришь. Ребята, те, кто подписаны на Санька, видели это устройство. Те, кто не подписаны, заходите на его канал, подписывайтесь. Много полезных вещей человек делает. Все очень просто. Будем делать станок, как делал Санек23Рус. Всех приветствую, самодельщиков, передельщиков. Санек23Рус. Сцепление я сделал, ну, как я уже писал, по принципу, как делал на канале Санек23, по-моему. Это с классики диск с моста. Ой, не диск, барабан. В нем проточил под ремень. Ну, клиновой. И внутри там, ну, вот такой диск девяточный. Я не знаю, конечно, может быть, он и посмотрел где-нибудь в интернете, но, скорее всего, мне кажется, вот Санек вот это вот все делал, краснодарский малый. Такие вот он болгаркой обычный продачил. Хорошая приспособа есть, Санек 23 канал, да. И кто смотрит Санек канал, Санек 23 тоже у него. Приспособа тоже вообще шикарная для вот этих всех моментов. Тахометр подключил. А? Тахометр подключил, как у Санька. Я понял. Санек 23. Да, кстати, приборы работают. Все, да. Прикольно.